сегодня 20 число. На этом все. Пашковский окончательно возомнил себя императором, сказал: «Ты, смерть, я буду спать дома, а ты скручивай мою херню». Привет. Держи. Ну что, а что, а роль раба какова? Сиди, скручивай. Владимир водитель. Это проект за сто ли, ёпта? Да. Я и группа за сто ли едем в город герой Вильнюс. Группа за сто ли. Я сказал, группа застолье. Google Translate читал, что ли? Там четко написано, группа застой. Группа застой. Застолье. Застолье, проект застолье. Идите нахуй. Это мы едем, блядь. Идите нахуй. Сегодня я веду репортаж. Это игрушка, это микрофон? Владимир, говорите. Что вы скажете о ситуации нашей? Курс рубля упал. О, Андрей, подожди. Открой окно. Окно открой. Открой, блядь, окно. Пизды получишь, слышишь? Дальше. Дай. Ты не урони. Ну, давай. Андрей. Что вы нам расскажете? Как у вас дела? Отлично, замечательно. Встретимся на концерте. Ребят, пошли за пивом в магазин. Ну что, ну райончик, ну стоим на бусах. Нормально. Все. Нормально. Все супер. Если пробка шпилит. Dragon Age. Кажется, это он. Итак, добрый день, здравствуйте. Ну как у вас дела? Расскажите нам. Давай домой. Ты с Библии? Да, с Библии. У тебя что-то тут на щеке. Ну как это? Что вы там думаете, да? Давай. Нас выгнали. А у меня забит уже адрес клуба. Интервью немножко не удалось. Программа «Красный автобус». Сегодня с нами группа «Стас», проект «Застолье». Диджей Витя. Диджей Витя, какие ваши вообще ощущения перед концертом? Да вообще шикарно, ноги в тепле, тут колбаса. Вы чувствуете этот запах? Музыка шикарная. Уже не подкрепляются нулями, ребята. Осталось полнуля. Полнуля, ну. Меня зовут Еризар. Говорите в микрофон. Меня зовут Еризар. Куда засунуть, Андрей? Работает, да? Я не знаю. Андрей, куда вставлять? Вставляю назад. Назад? А назад грязно как-то. Я не могу говорить, потому что меня какой-то дебил спереди отвлекает. Простите, я позже закончу. Какая-то с длинными волосами. Женщина? Что вы нам расскажете? Почему? Почему вы к нам пришли? Да я и шла по дороге, мне говорит, сколько. Я думаю, сколько значит, микрофон, наверное, сесть предлагает.
Я говорю, мне говорят, иди вдоль дороги, я и ты, да? И там мне, короче, говорят, сколько, я думаю, сколько мне идти, еще километр идти. Ну я села в машину, думаю, нормально, ребята, добрые, подвезу, да? Ну вот. Очень развернутый ответ. Все, прощай, страна. По памяти пойдет со мной. Погодите, бабушка, что вы стоите? Пойдет разреши и вместе согреши. Чего? Вот видишь? Горизонтально. Что ты надо снимать надо горизонтально. Пацаны, нам налево. Все купили журавлы, все журавлы. Если вы смотрите, то жрете, приятного аппетита вам. Тоже. Это Паша, Вова. И, в общем, выпьем за любовь два. Начинается... Сюда. Мама Люба, давай, 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 мама Люба, давай. Мама Люба, ну, бля, вижу, ты согласна, это было ясно. Хоть мама говорила, что быть с Тимати опасно. Это напрасно, не слушай ерунду. Я сворую тебя ночью и привезу к утру. Если любишь, ору, если любишь, огни. Глазом подмигни, за собой мани. И растворившись в VIP, мы не покинем клуб, пока играет диджей Дли. Когда мы в клубе, чиксы танцуют. Пусть город знает, с кем он тусует. Встречайте прямо из Москвы. А Тимати и диджей Дли. Когда мы в клубе, чиксы танцуют. Пусть город знает, с кем он тусует. Встречайте прямо. Это слишком... Пивопенные под ритмы современные. Можешь один, можешь вдвоем, втроем, с имером. Оставишь себе немного пива на потом. Потом пиво, сколько в нас и сколько мимо. Эй, пей пиво, пиво, пей, эй. За там и за друзей. А Мария любит пиво, эй. Пиво, пиво, пей. Пиво на защах. Пей пиво с охмеля. Пей пиво просто так. Пиво, Мария, пей пиво. Руки бьешь ногами, когда наоборот. Пей, давай. Бегалый! Бегалый! На дороге! О! Валуй! Хуй! А нет, это крест. Дорогие друзья, так как все-таки наш коллектив называется Swagnant Project, мы решили по свегу ехать в тур. Купили кристалла бутылку. В лучших традициях стоп-дога. Не смотрите, кристалл просто обычно белый, но это limited edition. 15 штук евро отдали. Но для пацанов ничего не жалко. Потому если минут один кристалл спасался пробкой. Паша, не пали контору. Короче, выпьем за любовь. Выпьем за любовь. Как блестят сейчас твои глаза. Выпьем за любовь. Налили аппарат. Никогда не пил кристалл раньше. Ну и как? Божественное чувство, как будто сотни ангелов пробежались через мою глотку прямо к моему анусу. Ща выйдет, пиздец, такая машина в воздухе летает. Бородатый мужик начнёт орать. Я бы его расшил. Эту хуйню надо разогнать и ещё в воздух загнать. Сколько надо? Экспонаты не трогать. Ну вот. Ну вот. А я только хотел, короче, залезть. Как бы, стоп, стоп, стоп!
Так вот мы въезжаем в Вильнюс. Медалюги приехали. Группа застолье на гастролях в Вильнюсе. Город, бойся, этой ночью тебе не дадут уснуть. Вы не подскажете, как проехать в клуб метро? Вот туда и дальше ехать. А? Дальше ехать туда. Дальше? За тот вот порт, вот тут дальше. Таких бородяк, тут слушайте. С этим бородатым, короче. С этим в гараже, короче. Там есть. Пацаны в гараже. Yeah. А, ну резервация для метро. Ну мы тут, а. Ну ладно. Че, жопы-то остались? Клуба с метро, с, блядь, вся хуйня. Все, съебал от него. Че, за картошкой поедем? Там вообще базики. Картофельный барон. Князь Белоруссия. Вот так, да. Это я! Мегатрон! Еду за солярой. Идеально. Пошли, пошли. В голову стреляй. Ты что, не знаешь? Приехали выступать, сами попали на концерт. Оп! Yeah.
Итак, в честь завершения концерта столовых ребят. Проект застолье. В общем, все было очень хорошо. Нам очень понравилось. Мы были такие, что вообще пипец, нас так благодарили, и что у нас так вот пропили! С Новым годом! Китайская подделка. Но не в этом счастье. Не в этом, главное, в этом у Пашки все получилось. Да. Он кончил пряниками цветными. Ну и поедем. Осторожно, чтобы терминатор не ёбнулся. Там далеко-далеко есть земля. Не поверишь. Там Новый год два раза в год. Вот. Здравствуйте. Мы в городе Вильнюс, это Литва. Я беру интервью у фронтмена группы Stagnant Project. Это латвийская пост-хардкор трэш группа. Индастриал фолька. Николай, снимай. Павел, ну вы только что выступили в... Дабл Куба, группа Бредер. Вот это вот, вы только что выступили. Что то, вот это вот такие. Ну подожди. Я мьем маму урок. Итак, вы только что выступили в клубе Метро. Какие у вас ощущения, впечатления? Как прошел концерт, как публика? Расскажите нам. А может все-таки Метро, а не Метро? Ну так. Ну, в общем, так скажу. Было хорошо. Стол не накрыли. Денег в дорогу дали. Ну, устал, спать хочу. Устал, спать хочу. Вовиной маме за счет залиты. Что? За счет залиты. Вовиной маме привет и залиты, спасибо за счет. И холодец. Холодец. Холодец съели. Полностью. Ну, сейчас проебали. Утренник отыграли. Дети были довольны. Орали Sepultura, Slayer. Хорошие группы. Хорошие. Но в силу того, что мы играем Цоя и все подобное, и в переходах, ну, не получилось сегодня. А так, спасибо. Было, ну, это, знаешь, слово простое. Да. Охуенно было. Все. Пока. Павел Рудковский, лидер группы Stagnant Project. Не использую настоящие имя и фамилии. Ладно, с вами был Башмак из группы Проект Столовая. И мы заканчиваем. С вами необъяснимое, но факт. И мы хотели бы рассказать вам историю. Историю о том мальчике, который ездит на всех маршрутках и не платит. Его зовут Дима. Он с нами сегодня. Еще и на концертах не играет. Малолетний уголовник. Ходят слухи, что он малолетний уголовник. Но поэтому его называют малолетний уголовник. Его называют в народе малолетний уголовник. Но тем не менее, он сегодня в нашей студии, у нас в гостях. Блядь, студии. Малолетний уголовник. Красный мультиван. Это правда. Это я. Айзенфанк. Да. КМФДМ. Министри. Нет, не было. Уайт. Ян Ганс, ладно. Да. Папаша. Ян Ганс. Блядь, Слэйр, Понял, Слэйр. Сепультура. Было. Скелета не было. Не было. Да. На метода. На L, да. На D. Ну да. Трендкил метод. Dragon Force! Подожди, почему на D? Финальный аккорд, 5 часов утра практически. Все погрузили, разгрузили. Осталось развестись по домам. Да. Кроватку.
А, посрать, то в кроватке и спать. Владимир, попрощайтесь с телезрителями. Пока. Пока.